Это обыкновенный жанр зарисовки, который мы делали с Леонидом Филатовым, весьма легкомысленно к ним относясь. И Клавочка в том числе. О дневнике прапорщика Смирнова мы поговорим чуть позже. А Клавочка – это песенка, которую я вам сейчас напоминаю. Она вот такая. Клавка в струночку, лицо белей бумаги, и сидит, не понимает ничего. А вокруг все киномаги да завмаги, да заслуженные члены ВТО, что ни словом Мастрояни да Феллини, что ни запись Азнавур да Адамо, так и сяк они крутили да финтили, а на деле добивались одного. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самы под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. А снабженец Соломон Ароныч Лифшиц в дидероновом костюме цвета беж обещал сообразить японский лифчик и бесплатную поездку за рубеж. Говорил ей, как он хаживал по Риму, как в Гонконге с моряками пировал. Ой, глушили Клавку так, как глушат рыбу без пощады, чтобы в раз и наповал. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самы под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Сидел еще один лохматый гений, тот, которого поймут через века. Он все плакал возле Клавкиных коленей и бессвязно материл Бондарчука. Все просил он, все искал какой-то сути, все кричал, что на семь бед один ответ. А в конце вдруг объявил, что бабы суки, и немедленно отчалил в туалет. Клавочка, вам водочки или помидорочки? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самы под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Ну а третий все развешивал флюиды, да косил многозначительным зрачком, намекал, что, мол, знаком самим Феллини, а по роже не скажешь, что знаком. Клавка мчится в кругаля, как чумовая, задыхаясь и шарахаясь от стен. Кум Сличенко, внук Феллини, друг Чухрая и свояченик самой Софи Лорен. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самы под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Клавка смотрит вопросительно и горько, ей не видится, не дышится уже. В этом диком и цветном, как автогонка, восхитительном и жутком кураже. Но опять шуршит под шинами дорога и мерцает дождевая колея. Едет утречка на лекции дуреха, ослепительная сверстница моя. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самы под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки.
Ну, такой, в общем, спектакль вы нам сейчас сыграли. Я не знаю, когда. Я хочу напомнить, что... Прости, Андрей Белов мне аккомпанирует сегодня, как, впрочем, и всегда, в такого...